Ты помнишь, что это так? Всё, капец. Что это? Что это? Молодец, у меня! Что случилось? Что происходит, Леск? Сходи. Прием, прием, друзья, на связи Шадимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня из деревни жителей в Майнкрафте мне пришло одно очень интересное письмо. Местные жители утверждают то, что возле их деревни появилось какое-то непонятное поле. Они его даже полностью оградили. Дело в том, что как только они туда подходят, их металлодетекторы начинают просто неистово пищать и тому подобное. Они говорят то, что там якобы что-то закопано. Именно поэтому сегодня мы вместе с Леской и Нубиком отправляемся туда, чтобы узнать, что же там все-таки находится. А ты представь то, что там закопано огромное количество автомобилей, и какой бы из этих автомобилей ты бы хотел там откопать. Только думай очень внимательно, потому что тачку можно выбрать только одну. Написал ответ в комментариях, тогда после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом, а те, кто из вас еще до сих пор не подписан на канал, нажимайте на красную кнопку «Подписаться». Приятного тебе просмотра! Итак, друзья, прямо сейчас уже наконец-таки вместе с Леской и Нубиком. Всем привет! Мы находимся в этой самой деревне жителей, где местные жители обнаружили то, что у них появилось очень загадочное поле, на которое ты наступаешь с металлодетектором, и просто твой металлодетектор начинает постоянно зашкаливать. Видимо, здесь находятся какие-то очень интересные, необычные, полезные ископаемые. Именно поэтому давайте скорее брать наши инструменты, начнем копать, и как всегда будем между собой соревноваться в том, кто более крутые предметы сможет сегодня найти. Короче, давайте, я вас ожидаю. Я начну копать вот в этой части вот этого магического поля. Я пошла подальше тогда. Так, идите подальше, реально. А я сюда тогда. Так, факела. Все, я по диагонали слева. Раз, два, три. Полетели, все, полетели. Так, в камешках копаемся. Так, я глубоко не буду взрываться, как всегда. О, я нашел золотой сундук. Я нашел пистолетик. Ура, 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 у меня есть пистолетик. Так, слушайте, я, похоже, нашел обязательную глубину. Нубик, ну ты, конечно, сочиняешь то, что надо. Дайте-ка мне тоже глубину. Я глубину нашел очень хорошую, короче. Видимо, здесь спавнятся сундуки. Откуда только они тут появились? Чтобы это все дело поперло. Вместо руды, вместо алмазов спавнятся какие-то различные сундуки. Это очень прикольно. Ну да, вот же, я нашел только что сундучок. Ну да, 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 понятно. Куда вы, куда вы, куда вы? Так, где же оно? А как так ты так быстро? Ты прям просто над ним стоял, что ли? Ну почти, почти. Сейчас я уже не могу ни один сундук найти, у меня не получается. Я не могу. У меня пока вообще нет. Чего-то как-то. Так, а на какой сейчас глубине, кстати? Я сейчас нахожусь на 58-й глубине, короче. Я не знаю, где вы находитесь. Так, ну, в принципе... 58-й? Ну, 58-й, ну, кнопочку нажимаешь, и в Майнкрафте можно узнать, на какой ты глубине находишься. А ты знаешь, на каком уровне обычно спавнится алмазы вообще-то в Майнкрафте? 9-й, 10-й, 11-й, 12-й и 13-й уровни. Вот такие вот. Вот там спавнится алмазы обычно. Так, все, погнали. Мне кажется, кого-то слишком близко слышу. Я слышу, я не слышу, я вижу вас через стенку, если что, всех. Нубик копает на нормальной глубине. Леска тоже, в принципе, нормально копает. Я не понимаю, почему вы ничего не нашли. Я не понимаю, почему. Я не могу найти тоже ни один сундук, мне не получается. Снова, кто-то все. А как ты, главное, тот нашел? Я вот не знаю, просто повезло. Может быть, тут, в принципе, один сундук и есть. О! О! На весь этот, прикиньте, я, короче, нашел чей-то проход, кто-то тут копался, это Нубик. Откопался немного влево, и всё, там просто Нубик, идёшь, Нубик, прикинь, вот здесь в одном блоке от тебя находился сундук золотой, посмотри, он здесь за стенкой стоит, короче, прикинь, смотри. Короче, немного ты не туда прокопался, тебе почти повезло. Слушай, а как мы так, смотри, такое большое поле, и мы все в одной кучке сейчас? Не знаю, не знаю, не знаю, как так получилось. Так, я пока что немного в другую сторону пойду. Я, по-моему, чуть-чуть что-то начинаю чувствовать. О, ребят, я нашла первый сундук. О, у меня бронька ниндзя. Это мой пукач. А у меня, кстати, винтовка какая-то гаусс райфл получается. Снайперская винтовка, которая гаусс патронами стреляет. Я буду невидимой. Я не могу ничего найти. Нубик, давай копай. Ты что страшного найдешь? Вроде как правильная глубина. О, я нашел еще один. Просто нашел еще один сундук золотой. Мины какие-то. Чуть за мины. Я такими минами даже никогда не пользовался. Я даже не знаю, что это такое. Не знаю, как ими... Ну-ка, погодите, я могу минами сейчас все взрывать или нет? Так, как бы только... О! Все, я 7 минами буду дорогу прокапывать, короче. Так, опа, готово. Хотя ладно, лучше киркой. Так, побезопаснее, а то у меня хпшки сносятся там и тому подобное. Хотя ладно, их восстановить можно. Так, сделаем так. Сделаем. Нет, вот так и так. Еще раз бахнул. Все. Есть, прикиньте, я мину взорвал, и я нашел еще золотой сундук. Там лежат еще мины, и я нашел еще желтый. Как так-то, я не понимаю. Я нашел золотой контейнер. Прикиньте, контейнер. Оно просто все
к своей стороне как-то сосредоточено, видимо. Почему? Ну, я золотой контейнер открываю. Все, так, что мне попадется? Да, что мне попадется? Нубик, мне нашел. Мне костюм хакера попался. Капец, все, маска теперь моя. Чего? Опа. А, нашла, ребята. Не, это троллфейс, Нубик, а это маска, ну, читера, хакера. Ты же знаешь, что это такое. У тебя такая маска даже в реальной жизни есть. О, слушайте. Нормально. Так, теперь видеть лучше будешь, наверное. Слушайте. Так, ой, еще сундучок. Как это? Ой, что я нашел? Ай, что я нашел? Слушайте, я большой нашла. Стойте, это я погодите. Слишком низко уже, что ли? Погодите. Что случилось? Что нам сейчас фонарное? Что такое за свет? Уверен, что Нубик, возможно, даже знает, что это за штука, короче, такая. Стой, Нубик, на месте, стой, это прикольная штука. Слушайте, я большой контейнер нашла, это нормально? Ты помнишь, что это такое? Все, капец. Что это? Что что случилось? Что происходит, Леск? Сходи к Нубику, Леска. Сходи к Нубику. А, ты затопил, что ли? Я ему газовую гранату кину. Нубик, что с тобой там? Видишь, у него отравление пошло, да? Да. Он сейчас задыхается пукачами, короче. Я большой алмазный игрок. Золотой нашел. Все глаза потемнели. Нубик, ну нормально, ты в этой среде обитаешь. Тебе, в принципе, не привыкать, пацаны, к загазованности всякие там чувствовать. Так, слушайте, я нашла лаву Apple, я сейчас его съем. Ой, чего? Яблоко лавовое нашла? Да. Ничего себе. Слушайте, я немного пониже копаюсь, я что-то больше не могу сундуков никаких найти. Нубик, что, крутится все, короче. Возможно, тебя... О, я еще нашел контейнер. Возможно, тебя кто-то должен замочить, чтобы тебе этот эффект пропал, но я не уверен. Помоги, пожалуйста. Так, окей, давай сейчас попробуем. О, я этот автомат нашел, короче. Нашел автомат еще. Так, Нубик. А вы слышите, что у меня второй золотой большой контейнер? Я тоже нашел. Что у тебя прошло? О, наконец-то все нормально стало. Нубик там крутило, вертело, как только можно вообще. Было. Так. Да ты бы только видел. Да я знаю, Нубик, что это такое. Я знаю, что это за штука такая вонючая. Ё-моё, ты меня пукач. Просто я отравился, видимо. Опа. Так, сделаем вот так. Леска, ты где? Я вот тут пальнула маленько. Кого пальнула, в смысле? Не понял. Что-то пальба какая-то у тебя там идет. А мне тут знаешь, что попало? Что? Так, мне попало. АК-74 у меня. Ого, ничего, у тебя с автоматом ты там бегаешь, получается. Смотри, какая у меня штука есть. Опа, все попало. Ты что так кричишь? Я капец, чуть не оглохла. Я взорвал. Я взорвал. Вы что в акелы не ставите? Тут темно, как не знаю, в подземелье какое. Хотя это есть подземелье. Я потом ставлю редко. Так. У меня пока что все в порядке. Так, у меня эта маска вся прикольная. Ты зачем меня распылила так? Нубик, ну что, нормально же. Я думал, ты как рыба в воде, типа ты в нормальном воздухом дышать не умеешь. Так. Все, я пошел, короче, давайте, до свидания, я копаюсь дальше. Слушай, ты бы почувствовал. Фу, я просто потерялся в этой пещере, серьезно, не понимаю, куда ты копать. О, еще золотой. Просто так, сзади никого нет, надеюсь? Дайте-ка я пистолетик вот так возьму на всякий случай. Ой, я сломал нечаянно. Ладно, ничего страшного. Я комбайн нашел, прикиньте, просто комбайн. Я нашел. Прикольно. Все, на нем обратно поедем. Это я Нубику подарю, Нубик будет на комбайне кататься. Так, это чей? Это нашли, это кто-то нашел уже золотой контейнер. Наверное, это Леска нашла. Я два находила, в сторону отойдем куда-нибудь попалось. Сюда. Так, где же у нас, интересно, Нубик? Я вот, Нубик, тебя что-то вообще не встречал ни разу. Один раз только встречал. Я вот тебя повстречала один раз, и меня вынесло. Так, о, нашел границу, короче, этого замечательного поля, походу. Так. Так, сейчас будет... Ты что тут бегаешь? Что ты тут бегаешь-то? Вы что палите? Кто палит? Не знаю, не знаю. Нубик стрелять, короче, начал. Выстрелы слышу, так. Ты что, Нубик? Он сам Леска разбился, прикинь, я даже не понял, что произошло вообще. Я вообще так. Слушай, ну ты что-то, Нубик, вообще не бережешь. Так, стойте, у меня есть вот такие вот штуки прикольные всякие. Так, а как это сработает или... в смысле? Слушай, а вот это что такое? Что за фигня тут? Почему она так как-то странно себя ведет? Не понимаю, честно говоря. Это кто? Это я, привет. Так. О, ой, в смысле? А чё вы не взрываетесь-то? О, ай! Сработало, на Нубике сработало. Резкий костюм ниндзя, походу, спасает ее постоянно. Так, слушай, стой. Я не почувствовала отравление. Сейчас почувствуешь, короче. Нет, отойди, так, что такое? Отойди отсюда, я тебя хочу блоками заставить. Так, ты, сейчас, погоди, а чё, автоматов нет, что ли? Ай, Нубик гранатами разрывными своими полетел, короче, все в сторону. Капец, бегите, короче, у Нубика разрывные появились, к нему лучше не подходить вообще. Нубик, подожди, Нубик. Нубик, ты что орёшь-то? Там что с тобой?
Он, походу, сам отравился. Он отравился, реально, уже совсем дара речи лишился, походу. Уйдите от меня, я пошла копаться. Да что такое-то? Я пошел еще ниже копаться, слушайте, я что-то золотые контейнеры больше не попадаются почему-то. Нобик, я хочу какую-нибудь более дорогую вещь найти. Я не знаю, здесь водятся такие, не водятся, появляются, не появляются в этой пещере. Я не знаю, я прям вниз-вниз, короче, пошел копаться. Что вам попалось еще за все время? Мне особо золотых контейнеров такого ничего крутого и не выпало. Да. Ты, мне вот это вот МК или что там 47-я, и попалось вот это вот... Сейчас мне что-то попадется, я алмазный нашел. Так, давай же. Мне какая-то пластиковая фигня, короче, что-то тут взрывать, крутая, не знаю, тачка. Потом посмотришь, не понимаешь. Так, что здесь? Ах ты ж нубик, ты что тут возьми моего контейнера-то крутишься, а? Ты что там вертишься? Лампу нашел! Ламба! Это что? Это Хуракан! Это Ламборджини Хуракан, нубик! Все, до свидули! Я нашел тот контейнер, он мой, короче. Он мой. Так. Ну все, давай, уходи отсюда. Так, сейчас я вот эту штуку поставлю здесь, чтобы побезопаснее было. Все, полетели. Я тоже какой-нибудь точил. Что там? Пустой, вот пустой? Поэтому он и земляной, походу. С кустиками, что ли? Не знаю, что-то с пуксиками какими-то, он там земляные. Я тоже нашел земляной. Он тоже пустой. Слушайте, это какие-то тролли сундуки непонятные. Они специально пустые, судя по всему. Его не надо проверять. Кто-то, походу, разводит там вас. А вдруг в один момент тебе попадется там что-то очень дорогое. Нубик, откуда ты знаешь? Может быть, они такие специально, чтобы в них никто не заглядывал, а потом тебе очень повезет. Там вообще одна клеточка всего лишь, короче. Еще один земляной. Я уже две штуки нашел. Алмазный. Ну и часто, видимо. Возможно. Так, ладно, время, наверное, брать вот эту штуку. Слушай, мне, походу, Роллс-Ройс попался. Роллс-Ройс попался, в смысле? Да, по-моему. Ты Роллс-Ройс нашла? Эф. Серьезно? Да, по-моему. Нубик, прикинь, я скоро Роллс-Ройс нашла. Ты что, нашел что-нибудь? Роллс-Ройс забираем, джейпот. Так, я хочу еще какую-нибудь тогда прикольную дорогую штуку, не знаю, тачку найти, либо еще что-нибудь. Так, давай же. Что-то мне подсказывает, что мы на чуть выше очень мало копались, потому что мне кажется, предметов должно было быть еще больше, потому что мы прям очень мало там времени провели на свободе, так скажем. Так, давайте пойдем и докопаемся, да, есть. Нубик, я тебе подарок принес, иди сюда. Опять какой-нибудь. Не хочешь забирать его? Ну смотри, я тебе его на угол бросаю вот здесь вот. Если захочешь, возьмешь, короче. Я тебе в уголке здесь оставил. Так он сейчас что-то взорвет там. Нубик, вот смотри. Вот я тебе оставил подарочек здесь за углом. Если хочешь, бери, не хочешь, не бери, короче. Как хочешь, короче. Все, я побежал дальше. Так, что, надо или не надо тебе? Капец. А все, давай назад возвращай, ты же отказывался. Капец. А что, тебе маску дали? Тебе маску подарили? Все, Нубик, теперь действуй, Нубик, теперь действуй, короче. Давай, мочи леску. Понятно, сговор, да, короче? Да, мы тут объединяемся, команду, короче. Так, о боже мой, что за оры тут дикие начались? Так, слушайте, так, это контейнер я нашел, получается, мы здесь уже были. Так, а что если куда-нибудь вон в ту сторону покопать? Так, полетели. У меня уже половина кирки источилась, очень быстро, на самом деле, кончается, несмотря на то, что это алмазная кирка. На нее бы еще зачарование на прочность, по-моему, ускорили. Мы тут камни, сколько стаков уже камни заточили? Так, давай же, я чувствую, что-то здесь должно быть. Слушай, а тем не менее, я просто, знаешь, как бы тут столько некопанного вообще. Леска, да, то, что ты тут нашла, очень много всего. Алмазный, там ничего не было на самом деле. В смысле не было ничего? Да. Роллс-Ройс там и не был, по-моему. Это раскопанный был. А, ну понятно, он меня просто замочил в тот момент. В смысле, Леска, подошла. Погодите, то есть мы всего лишь один алмазный контейнер с вами нашли? А что ты взял, что это Роллс-Ройс? Я не знаю. Нет, ты нашла. В итоге, у тебя же машина сейчас есть какая-то? Это раскопанный был, когда она искала еще один. Что-то я запутался, короче, еще повторно. Ничего не понял. Нет, да, давай же, еще земляной нашел, в котором опять пусто. Я думаю, то, что надо еще один алмазный найти. Давайте копаем, короче. Я не понимаю, почему он не попадается. Потому что уже копаем по всем направлениям. Я уже и влево, и вправо. Я вот сейчас не пойму. Так, летающее кресло, вот это я не уверен, что там. Надо у жителей спросить, у них тут летающее кресло продаются, нет? Кстати. Так. Ага, я снова пришел в чей-то тоннель. Вот, то есть кто-то здесь уже копался. Значит, тут искать уже нечего совсем. Что за бред? Нет такой, я не понимаю. А что, все ископанное? Все уже ископанное, вот именно, а алмазные контейнеры не попадают. А что тут идешь? Я тебя все время преследую. Капец, что делает? Походу, я один копаюсь. Идет за мной. Зачем идешь за мной? Давай же, пожалуйста. Нет, я тут тоже уже все ископал. Ну как это невозможно? Слушайте, я не верю, что не может быть такого, что только два алмазных контейнера. Нубик, копай, да, давай. Возможно, да. Хотите, у меня есть собака. Думаете, собаки? Нету пукающих. А у меня пукающая собака. Ну это же Нубик, у тебя есть собака. Полезная информация. Так.
да. Так, давай, давай, вперед, вперед, пожалуйста. Хоть что-то, хоть что-то, найдись еще. Ну-ка. Есть, нашел! Я нашла! Я нашел алмазный! Это что? Стой! Мы что, один нашли, что ли, с тобой? Или что? Я нашла тачку. А, там, нет, да. Он раскопанный, леска. Ты тачку нашла? И у тебя вторая уже, да, получается? Да. А, и что там? Там была машина. Какая? Я не помню, какая сейчас. Что, забыла, что ли, уже? Я не понимаю. Короче, погнали уже выкапываться. Мне кажется, хватит. Давайте ко мне. Идите ко мне сюда. Видите, где я нахожусь или нет? Сейчас я тут эту лестницу вверх копаю, чтобы подняться. Какой пукач, нубик? Я тебе вообще-то винтовку подарил, пукач. Капец. Так, короче, как хотите. Вы можете не копаться и просто по моим ступенькам подниматься кверху. Я тут копаюсь очень быстро. Леска, что ты идешь? Сейчас я тут стою. А что здесь конец, что уже не понял? Так, стой, тогда вон туда начнем копать. Все, у меня уже тут земля, я походу... Все, я выбрался уже, да. Давайте идите моим, по моим пятам, короче. О, сколько пятам у меня булыжника. Можно целый забор в деревне жителей построить. Слушайте, и а вы зомби знаете, не пройдут. Так, глубоко, оказывается? Так, ну, вот, какая это? Мне тачка выпала. Да, тут даже написано «Ураган». Короче, ураган просто-напросто настоящий. Все, у меня земля, я вылазю уже. Так, давайте вылезайте. Капец, вот там земля долго, конечно. Земляная. Так, а, вот же мне, погодите, мне же еще комбайн сегодня выпал. Нужно комбайн тоже сюда поставить. Так, все, так. Слушай, я прям на самой границе. О, нормально, смотрите. Ого. Леска, слушай, прикольная, да, штука? Смотрится. Слушай, смотри, комбайн зеленый, короче. Все зеленое. Нубик, давай поднимайся, Нубик, скорей. Так, я этот костюм Нубик, сниму. У нас тут выставка автомобилей. Давай, Леска, скорее. Ставь, короче, тачку туда, вон, в ряд. Короче, чтобы смотри. Они вместе стояли здесь. Оно сейчас развернет. Да, вот так ставь, короче, чтобы она лицом была повернута. Ура! Так, да, это все правильно. Это Rolls-Royce. У Лески выпал, получается. Ура! Тут всякие а шторки где? Есть. Очень GT, уютно. Да? И это Porsche какой-то, 911-й, какой-то GT3 RS. Да? Прям просто, даже не просто 911-й, а какой-то супер-пупер какой-то, вообще жесткий прям. Я не знаю, что это такое за Porsche. Классный. Также смотрится. Мне меч, короче, вот такой выпал какой-то двойной. Я не знаю, что это за меч. Вот, ну, непонятный. А так, я тут Нубик, ничего, кстати, сломала. Тебе ничего не выпало, как так-то? Нет. В смысле, ты не нашел, что ли, ничего? Нет. А у меня вот всякие винтовки, костюмы. На тебе маску хотя бы, что ли, подарю вот есть. Эту. Капец, Нубик. Ну ты, конечно, даешь. Вот такие штуки. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось. Кому-то выпало чего-то побольше, кому-то ничего не выпало. Но, как говорится, среди этих тачек, самая крутая тачка, это, конечно же, комбайн. Ну а на связи был Шэдимэн. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.